Всем привет, с вами Полина Холод, и сегодня я снимаю третью часть видео, где вам буду показывать канцелярию, а точнее мы будем на 500 рублей стараться набрать хорошую, красивую канцелярию для школы, колледжа или же университета. Вот, для мальчика и для девочки у меня, в общем, такая рубрика, можно сказать, появилась. И на моем канале уже есть две части видео. В описании ссылочка, можете посмотреть первую и вторую часть. Я в разных магазинах снимаю, а сегодня буду снимать я в магазине «Карусель». Я там, на самом деле, вообще никогда не была в этом магазине. У нас только недавно открылся, поэтому решила то, что нужно съездить и показать вам там канцелярию. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной. Ну что ж, я уже нахожусь в «Карусели». Вы только посмотрите, сколько здесь, куча просто вариантов. Еще вон там есть канцелярия, но это вообще самое милое. И космос, и ламы, и всякие разные собаки. И самое главное, что есть выгодно, что можно взять, а есть что невыгодно, что очень дорого. Я тут нашла, значит, пенал, который для мальчиков. И сразу скажу, у кого есть такой магазин, есть пенал, который стоит 100 рублей, вот такой вот, это не только для мальчиков, он чуть такой поменьше, вот как выглядит, качество очень хорошее, мне нравится, поэтому я возьму такой пенал для мальчика. А есть, видите, они по сути вообще ничем не отличаются, но вот этот он чуть побольше, и здесь молния коричневого цвета, а здесь белого цвета, поэтому этот стоит 160 рублей. Ну, его вообще невыгодно брать. И вот такой вот пенал для девочки. Тоже 199 рублей. И смотрите, видите, белая молния 99. Чуть подальше посмотрим. Коричневая молния. И стоит уже 170 рублей. Так что лучше посмотреть. Два раза ценник. Варианты все одинаковые, видите. Здесь рисунок, как я понимаю, вообще. Ну да, одно и то же. В общем, вот этот пенал для девочки. Тоже очень качественная, яркая картинка. И кладем вот сюда. Итак, считать будем на калькуляторе в телефоне. Пишем 100 рублей. И дальше смотрим, что у нас еще здесь есть. Переходим к карандашикам. Тут тоже очень много разных вариантов. Здесь сразу и ручки, и карандаши. Но самое выгодное, что я здесь нашла, вот фирма Эрик Краус, стоит 140 рублей. И смотрите, как выгодно выходит. Здесь сразу в наборе есть карандаши. Очень хорошие. Есть ластик здесь. И типа подарок это ручки. Тоже Эрик Краус. И как я понимаю, они все будут голубого цвета. Но здесь, видите, упаковочки такие там разноцветные. Мне кажется, и для мальчика, и для девочки подойдут такие оттенки. В общем, просто супер. Очень хорошая акция. Поэтому мы берем сразу для мальчика и девочки вот такие вот варианты. Итак, прибавляем 140 равно. Уже у нас 240 рублей. Продолжаем наши покупки и теперь смотрим набор обложек. Смотрите, что я нашла более-менее выгодное. 5 штук, это упаковка из 5 обложек для, написано вообще-то, учебников, но мне кажется, подойдет также для еще тетрадок, потому что размерчик такой, ну, как по мне, универсальный. Стоит всего 34 рубля 5 штучек, поэтому берем сразу такие вот две, что-нибудь почище, вот. А то здесь грязная, видите, упаковка какая-то. И есть еще вот такие вот очень красивые обложки. Здесь их очень много, и они прям вообще обалденного качества, стоят 20 рублей. Здесь ценника нет, но, в общем, это одна стоит 20 рублей, не набор. Поэтому можно такие взять, но я беру вот для мальчика и девочки такой наборчик. Итак, кладем для мальчика и для девочки. Вот у нас уже достаточно много вещей. И теперь мы прибавляем 34 рубля. 34 равно 274 рубля. Теперь давайте посмотрим линейки. Здесь очень хороший вариант. Вообще супер линейка, деревянная. Она стоит 5 рублей 15 сантиметров. Смотрите, какая она хорошая. Вообще деревянные линейки лучше, чем пластик. Вот как выглядит, сфокусировала. Поэтому мы берем две линеечки. Вот для мальчика и для девочки. Кладем. И теперь прибавляем 5 рублей. Итак, плюс 5 рублей. И у нас уже 279 рублей. Переходим в отдел с тетрадками. И тетрадки, ну, вообще обычные просто, типа такие зеленые, они стоят 4 рубля здесь. Это самые просто дешевые, которые здесь только есть. И в линейку, и в клетку. То есть одна цена. Так, самое то, что я нашла красивое, такое вот яркое, я уже отобрала для мальчика и для девочки. Такие вот варианты. Начнем пока что с линейки. 12 листов стоит 11 рублей 79 копеек. Вообще, это самая такая
дешевая, так сказать, цена из тех, которые яркие. С девочек начнем. Что я нашла? Это зеленого цвета пушистик. Вот здесь как раз есть алфавит. Очень удобно. И вот как выглядит внутри. Просто здесь линия голубого цвета. Мне лично очень нравится. У меня такие были. И желтого цвета пушистик. И последний такого розового цвета. Это для девочек и для мальчиков. Что можно посмотреть? Это голубого цвета. То же самое все. Есть еще желтого цвета и сиреневого цвета. Такой вот миленький. Можно здесь подписать, что очень удобно. Так что 3 тетрадочки у нас будет в линейку. И сейчас посмотрим еще в клетку. Итак, кладем. Здесь у нас девочки. Здесь у нас мальчики. И прибавляем за 3 тетрадки 35 рублей 40 копеек. Получается у нас уже 314 рублей и 40 копеек. И теперь мы смотрим тетрадки в клетку. В клетку 12 листов, стоит 12 рублей 99 копеек. Ну, 13 рублей. Смотрим, для девочек я нашла такой вариант. Здесь, так как магазин только открылся, вообще неудобно искать. Все у них тут вперемешку. И клетка, и линейка, и непонятно чего, но я нашла. Красного цвета, вот как выглядит на обратной стороне, внутри. Здесь линии голубого цвета. Далее зеленого цвета пушистик. И вот такого коричневого цвета. Для мальчика смотрим. Есть такого вот сиреневого цвета. Дальше зеленого цвета. И такого голубого цвета. Итак, кладем здесь для девочек. Здесь для мальчиков. И прибавляем. 39 рублей. Итого у нас уже 353 рубля. Следующее, что мы посмотрим, это нужна папка. Ну, есть, конечно, папки, которые вообще недорого стоят вон там, но они все такие грязные, ужас. Вот эти тоже, конечно, не супер красивые, но все равно. Папка, которая стоит 22 рубля 49 копеек. Это А4 на молнии только. Я смотрела, что была на кнопке, но на кнопке у них вообще бюджетных вариантов чистых нет. Да и вообще нет никаких. Практически. Вот такая папочка, просто прозрачная. Фирмы, как я понимаю, здесь нет. Есть разных оттенков. Желтого цвета, красного цвета, зеленого цвета, темно-синего цвета. И, наверное, мы для девочки возьмем желтого цвета. Мне просто нравится. Ну да, на молнии, конечно, получше будет папочка, чем на кнопке, но все равно. Хотелось что-то побюджетнее, но нет. И для докладов, я думаю, сойдет. Для мальчика темно-синего цвета. Так что прибавляем 22 рубля 49 копеек. И теперь кладем вот это для мальчика папка, вот это для девочки. Прибавляем 22 рубля 49 копеек. Уже 375 рублей. Теперь давайте посмотрим ластики. Здесь ластиков достаточно много. У них еще есть по акции. Вот я нашла ластики, которые по акции 10 рублей стоят. Два таких вот возьмем ластика. Мне кажется, что они достаточно хорошие. Вот фирма здесь показана. И возьмем для мальчика, для девочки только один вариант. То есть только такого цвета, но есть еще разные. Вот эти вообще по качеству какие-то ужасные, мне не нравятся. За 10 рублей также можно, кому надо, выбрать для девочек. Вот видите, такие красивые сердечки. Достаточно объемный и мягкий. Какие еще здесь есть? Дорогие. Три ластика. Вот такой вот есть какой-то животный. Вот животное тоже. В общем, можно что-нибудь подороже найти, но я выбираю побюджетнее. А теперь мы прибавляем 10 рублей. Итого у нас уже 385 рублей. Переходим к ножницам. Здесь достаточно много. Смотрите, разные такие тоже по акции. А мне вот эти понравились. 13 сантиметров. Стоит 15 рублей. А вот наверху для девочек. Здесь внизу для мальчиков. Поэтому берем такие ножницы. Красивого голубого и темно-синего цвета. А для девочек фиолетового и розового цвета. Кладем и прибавляем. И теперь прибавляем 15 рублей. Итого у нас уже 402 рубля. Смотрите, я здесь еще нашла точилки. Давайте посмотрим. Здесь целая коробка точилок. Стоит 30 рублей. Здесь, как я понимаю, возможно, вот этот ценник. Что-то непонятно. Но давайте посмотрим. Я нашла сразу прям голубого цвета. Это для мальчика. Смотрите, какая точилка классная. Вот такая вот. И для девочки, вот, розового цвета. Сейчас сфокусирую, попробую. Вот, смотрите. И качество такое достаточно интересное. Вроде пластик, но вроде такой он даже не скользкий. Короче, это обалденно. Берем
Здесь для девочки у нас, здесь для мальчика. Смотрите, сколько много вещей. И прибавляем 30 рублей. Итого уже 432 рубля. Следующее, что возьмем, это клей. Здесь есть два варианта клея. Есть вот от этой фирмы. Сейчас постараюсь показать. Ну ладно, тут на упаковке нет. Вот такой есть клей. Он стоит 15 рублей, 10 грамм. А также еще здесь есть мимимишки клей. Как я понимаю, вот он. Он стоит 15 рублей 59 копеек. Я бы хотела шикануть и взять клей мимимишки. Просто очень нравится упаковка. И возьмем для мальчика и для девочки, пускай даже розового цвета. Но мне кажется, упаковка ничего не дает. Просто, ну, мне лично нравится, поэтому я хочу взять. Берем два таких клея для мальчика и для девочки. Кладем сюда и вот сюда. Главное, чтобы не упало. Прибавляем 15 рублей и 59 копеек. Итого 448 рублей. Переходим к отделу с блокнотиками. Смотрите, здесь очень много разных блокнотиков. И также есть еще самоклеющиеся такие листочки, но очень дорого, я считаю. Поэтому давайте возьмем за 12, точнее, за 13 рублей. Неправильно сказала, за 13 рублей 24 листа. Вот здесь есть блокнотики. Достаем из упаковочки. И только один вариант. Это такие вот милые собачки. Но мне они очень нравятся, поэтому я хочу взять таких собачек. Для мальчика и для девочки в клетку. Берем один для девочки. И сейчас достаем второй для мальчика. Итак, плюс 13. Итого 461 рубль. Теперь давайте посмотрим здесь циркуль. На самом деле очень много разных упаковок таких дорогих. Видите, прям вообще разных оттенков. И я посмотрела, смотрю, есть такого розового цвета и темно-синего цвета. За 12 рублей 39 копеек такой вот циркуль. Просто обычный циркуль. Сейчас поближе покажу, как он выглядит. Мне кажется, вполне нормально. Поэтому возьмем здесь для мальчика, здесь для девочки. И считаем. Прибавляем 12 рублей. И 39 копеек. Итого 473 рубля. И еще можно взять это такие вот блоки, в общем, маленькие листочки, которые можно приклеить. Есть только розового цвета. У нас просто остается всего немного денег, а выбора не так много в этом магазине, поэтому 66 листов. Вот как выглядит розового цвета. Придется для мальчика еще розового взять, но ничего страшного, по акции стоит 20 рублей. Так что возьмем. Кстати, очень мало всяких таких блоков здесь дешевых. Так что берем вот от этой фирмы. Кладем и считаем. Плюс 20 рублей. Итого уже 493 рубля. И последнее, что мы с вами можем взять. У нас остается всего 6 рублей. Здесь есть скотч. Он стоит 6 рублей 19 копеек. Просто обычный скотч. Вот такой вот. Мы от этой фирмы смотрели клей. Поэтому, ну, в принципе, хорошая фирма. Итак, прибавляем 6 рублей и 19 копеек. Итого у нас уже 500 рублей. И смотрите, сколько мы много с вами набрали для мальчика и для девочки. Сейчас вам покажу, что же мы взяли по отдельности. Ну что ж, смотрим. Начнем с девочек. Мы с вами взяли скотч. Вот такой вот обычный скотч. Следующее это листочки. Можно их приклеить там куда-нибудь, тетрадку или еще куда-то. Точилка обычная, ножницы. Потом есть еще просто ластик обычный, циркуль розового цвета. Дальше это у нас треугольник 10 сантиметров желтого цвета, клей, обычный клей-карандаш. Следующий маленький блокнотик для каких-нибудь там заметок, в общем, шпаргалочки. Так же, как и сюда, можно тоже записать какие-нибудь шпаргалочки. Дальше это папка обычная для каких-нибудь там докладов и все дела. Пенал очень милый с ламами. Линейка на 15 сантиметров деревянная. Эрик Краус карандаши набор. И в подарок, как я понимаю, здесь дают это просто такие ручки. Вот. Тоже Эрик Краус фирма. Набор универсальных обложек. И здесь 5 штук. Смотрим тетрадки в клеточку. Вот такая тетрадочка. Потом зеленого цвета и красного цвета. Также 3 тетрадки еще в линию. И посмотрим розового цвета, желтого цвета
и зеленого цвета. Переходим к мальчику. Мы также взяли циркуль такого темно-синего цвета. Также взяли мы еще клей-карандаш мимишки, блок для заметок. Дальше ножницы такие вот. Дальше это скотч обычный. Блокнотик точно такой же, как у девочек. Маленькая точилочка, достаточно красивая. Обычный ластик. Также еще есть треугольник рыжего цвета. Прикольный пенал. Вообще просто обалденный пенал. Просто обычная линейка, 15 сантиметров деревянная. Наборчик Эрик Краус, карандаши. И в подарок у нас просто ручки. Автоматические, кстати говоря. Следующий это набор обложек прозрачных. Есть еще папочка такого темно-синего цвета. И тетрадочки. Это у нас тетрадки в клетку голубого цвета, зеленого цвета и фиолетового цвета. И последнее, что вам покажу, тетрадочки в линейку фиолетового цвета, вот такого желтого цвета. И также есть еще голубого цвета. Вот, в принципе, все. Ну что ж, я уже буду заканчивать это видео. Надеюсь, то, что вы со мной собираетесь, вам нравится то, что я снимаю такую рубрику. Еще раз повторюсь, ссылочки в описании под этим видео на две части. На первую часть, где я в глобусе собиралась. Вторая часть – это магазин Атак или же магазин Ашан. Ассортимент какой там есть. И можете посмотреть, поставить лайк, написать комментарий. Мне будет очень приятно. Ну а на этом было все. Всем пока. Ждите новых обзоров.